Добрый день, друзья мои! Меня зовут Ирина, и вы на моем канале «Спицы, крючок и фантазия». Сегодня мы с вами будем вязать вот такие ботинки. Хочу сказать, что у меня уже есть мастер-класс по ботиночкам, и ссылку на этот мастер-класс я оставлю в инфобоксе под видео. Эти ботинки немножечко отличаются. Чем они отличаются? Во-первых, значит, цельная подошва, кант, это все, значит, осталось от прежних ботинок. Значит, вот это вот соединение мыска я сделала наружу, и оно смотрится, мне кажется, более стильно. Затем я вязала язычок двухцветный, вернее, сам ботиночек двухцветный, да, язычок я вязала контрастного цвета. Вот здесь использовала двойную кромочную. У меня здесь нет отверстий под шнурочек, потому что сам шнурок очень тонкий, и в принципе он проходит через вот эти естественные отверстия в вязании. И формирование верха ботинка я использовала закрытие петель типа айкорда. Мне так больше понравился утолщенный верх ботинка, который не заворачивается. Вот, вот чем отличается вот эта новая модель от предыдущей. Что нам понадобится для вязания наших ботиночек? У меня пряжа Ализе Лана Голд Классик, 100 грамм 240 метров. Вязала я в одну нить. Такую же пряжу я взяла для, контрастную для вязания вот этих бортиков и канта, и для вязания язычка. Значит, мне понадобится спицы номер 3,5, крючок, ножницы, один маркер, линеечка и игла для того, чтобы прятать кончики. По поводу размеров. Значит, размер ботиночка по подошве составляет 10 сантиметров. Это вязано на возраст 3-6 месяцев. Значит, как уменьшить или увеличить эту модель? Значит, уменьшить вы можете набрать не 9 петель изначально, а 8 петель. А затем, значит, вязать не 34 ряда, а, значит, 32 ряда. Вот, затем, значит, подъем подошвы может быть такой же. Высота ботиночка может немножечко отличаться. Кроме того, значит, вы можете взять пряжу тоньше или спицы тоньше. Для того, чтобы вязать ботиночек побольше, прибавляйте еще одну петлю. То есть не 9, а 10. Вот здесь не 17, а 18. Соответственно, количество рядов будет больше, да, которые мы вяжем. Вот. И остальные данные, остальные все части будут вязаться то же самое, плюс, значит, те петли, которые мы дополнительно набираем. Вот. Приступим. Немного расскажу, как вяжется ботиночек. Мы набираем на спицы петли и вяжем непосредственно подошву с закруглениями для мыска и для пятки. Затем набираем по краю подошвы петли и вяжем кант, который потом сразу же соединяем. Далее мы вяжем подъем подошвы. Вот. И затем идет формирование мыска. После того, как мы свяжем мысочек, мы контрастным цветом вяжем язычок. Вот. И далее закрываем язычок, начинаем вязать верх ботинка, сам верх ботинка, даже вот голенище. И все это заканчивается тем, что мы закрываем петли верха ботинка айкордом. Вот таким образом. Итак, на спице номер 3,5 обычным способом я набираю 9 петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вяжу первый ряд. Первую петлю снимаю. Остальные петли я вяжу лицевыми.
И последнюю петлю кромочную я всегда провязываю изнаночной. Второй ряд поворачиваем, вяжу второй ряд точно так же лицевыми петлями. Кромочную провязываем. В третьем ряду мы делаем прибавку. Первую петлю снимаем, делаем накид, провязываем все петли до кромочной лицевыми. Затем делаем прибавку и вяжем кромочную изнаночной петлей. Мы сделали в третьем ряду прибавку. В четвертом ряду мы эту прибавку провяжем скрещенной лицевой за заднюю стенку. Вот таким образом. Вот у нас этот накид скрещенной лицевой за заднюю стенку. Теперь мы вяжем по прямой, чтобы у нас общее количество рядов было 30. Да? То есть мы считаем, у нас должно быть на изнаночной стороне 15 бороздок и на лицевой стороне 15 бороздок вот этих. Это будет 30 рядов по прямой. То есть просто кромочную снимаем. И провязываем все петли и с лица, и с изнанки лицевыми. Это у нас будет платочная вязка. Вяжем самостоятельно. Итак, я провязала 30 рядов. У меня 15 бороздок на этой стороне и 15 бороздок вот этих изнаночных на этой стороне. Сейчас у меня будет ряд, я буду делать убавки. Кромочную снимаю, 2 петли разворачиваю и одеваю опять на левую спицу и провязываю их 2 вместе лицевой с наклоном влево. Значит, довязываю лицевыми петлями до 3 петель. 2 петли я вяжу вместе с наклоном вправо и одну изнаночную. Вот. Следующий ряд, 32-й. Вяжу все петли лицевыми. Кромочную, изнаночную. Дальше 33-й ряд. Дальше вяжу 34-й ряд. И сейчас я посчитаю, смогу ли я набрать по 17 петель вдоль длинных сторон. Значит, смотрите, у нас вот здесь вот косички, из них мы будем набирать петли. Нам нужно набрать по длинной стороне, по двум длинным сторонам, по 17 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. И 16. Значит, мне можно один ряд еще провязать. Так. Провязываю еще один ряд. Я провязала 35-й ряд. На спице у меня 9 петель. И сейчас я буду делать набор петель по боковым сторонам и вот по короткой стороне. Еще раз я посчитаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Значит, я могу... В итоге я провязала 35 рядов. И я вот сейчас буду делать набор вот так сквозь 2 петли. За 2 половинки петли я буду набирать вдоль кромочных 17 петель. Мне надо набрать 3, 4, 5... 6, 7, петли не вытягиваем слишком, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Все. Я набрала 17 петель по длинной стороне. Теперь нам надо набрать петли вдоль короткой стороны, вот здесь вот. И здесь нам понадобится, скорее всего, крючок. Значит, нам надо набрать 9 петель. Мы посчитаем, сколько мы можем здесь набрать. Смотрите. Значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И вот здесь одну, наверное, вот так петлю наберем за одну полупетлю. И за вторую 2 будет уже. Дальше 3, 4, 5, 6, 7, 8. И вот 9-ю петлю. Так, перенесем все эти петли на спицу. Дальше мы будем набирать 17 петель вдоль длинной стороны. Посчитаем, сколько у нас здесь. 1, 2. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Значит, одну петлю мы набираем вот отсюда. Короткую ниточку убираем. Значит, здесь петли можно набирать спицами. 3, 4. Не вытягиваем петли, а то рыхлое вязание будет. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17. Все, мы набрали по 9 петель у нас на коротких сторонах и по 17 петель на длинных сторонах. Итак, мы набрали по всем сторонам петли, и я поставила маркер начала ряда там, где он будет начинаться. Значит, сейчас нам нужно связать контрастной нитью, у меня это белая нить, 6 рядов чулочной вязкой или лицевой гладью, 6 рядов. Значит, подсоединяем контрастную нить. У нас вязание сейчас будет круговое, поэтому все петли у нас будут во всех рядах лицевые. И начинаем вязать лицевой гладью. Вяжем самостоятельно 6 рядов. Связано 6 рядов лицевой гладью. И сейчас я буду соединять кантик между собой. Каким образом? Так, значит, смотрите, у нас здесь вот начало ряда, видите? Вот эти вот петельки мы будем поднимать и провязывать. Вот я подняла эту петлю. Все, и провяжу лицевой вместе со следующей петлей. Вот так. Дальше опять следующую петлю поднимаю. Если сложно поднимать этой спицей, значит, возьмите спицу на размер меньше
Самое главное, чтобы мы брали петлю, которая соответствует данной петле вот здесь. Вот, то есть вот эта вот петля, она продолжается именно в эту петлю. И одеваем вот таким образом. И провязываем 2 вместе лицевой. Так, разбираю здесь с ниточками. 2 вместе лицевой за заднюю стенку. Третью петлю точно так же. Это немножечко более трудоемкий такой процесс. Но он у нас, значит, благодаря вот тому, что мы сейчас провяжем, мы потом не будем сшивать этот наш кантик. Можно его потом, конечно, сшивать, но я предпочитаю делать так. Вот я сделала 3 петли на короткой стороне. В предыдущем мастер-классе меня спрашивали, как делать на короткой, как на длинной. Ничем не отличается. Абсолютно. То есть везде мы находим вот эту петельку. Вот они, видишь? Видите? Да, вот это беленькие петельки. Вот. Мы их одеваем на нашу спицу. Ну, вытягиваем сначала вот так вот. И одеваем вот так, чтобы она не была перекручена. И провязываем ее вместе со следующей петлей за переднюю стенку. Да, за переднюю стенку. Вот так лицевой. Значит, мы полностью вот так вот делаем весь кантик и встречаемся. Итак, весь кант я связала и закрепила. Нитку белую я отрезала. И сейчас мы начинаем вязать подъем подошвы. Вот. Здесь будет 10 рядов. Начинаем мы с лицевой, с лицевых петель. Затем платочная вязка, вы знаете, вяжется один ряд лицевой. Один ряд изнаночными петлями. Дальше лицевыми и изнаночными. Всего у нас будет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Изнаночным рядом мы заканчиваем. Вяжем 10 рядов. Начинаем вязать ряд лицевыми петлями. Вяжем 10 рядов самостоятельно. Так, я провязала один ряд лицевыми петлями. И сейчас есть такой момент. Значит, переход на изнаночную вязку. На изнаночный ряд. Мне нужно сделать вот соединение посередине пяточки. Видите, переход рядов. Для этого вот у меня закончился лицевой ряд. И я еще 4 петли провяжу лицевыми петлями. 1, 2, 3, 4. Вот. И ряд начну вот здесь, изнаночный. То есть вот с этого момента я начинаю вязать изнаночный ряд. Середины пятки. Тогда это будет более гармонично, так скажем, смотреться. Вот. Видите? Здесь вот. Я вяжу, значит, второй ряд. 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. И потом встречаемся. Итак, я довязываю изнаночный ряд. Вот здесь у меня начало ряда. Ряд изнаночными петлями. 4 петли у меня будут изнаночные. А потом я перехожу на лицевые петли. Вяжу эту спицу лицевыми, следующую спицу лицевыми, и на вот этой спице у меня здесь 9 петель.
я буду здесь формировать мысочек. Каким образом? Вот смотрите, я довязываю вот до сюда и начинаю вязать здесь лицевой, сделаю присоединение с боком, по той стороне, по изнаночной, вяжу лицевыми петлями, делаю присоединение с боковой стороной. Сейчас я все это покажу. Итак, у нас вот это мысок, вяжем его. Лицевыми петлями. Не довязывая одной петли до конца. Вот одна петля. Я ее переодеваю на эту спицу, на боковую. И провязываю две вместе. То есть последнюю петлю этой спицы и первую петлю вот этой спицы провязываю 2 вместе лицевой. Все, поворачиваю. Далее мы будем вязать мысок только на этой спице. Я поворачиваю вязание, снимаю первую петлю и вяжу петли лицевыми, не довязав одной петли на этой спице, петли на этой спице. Вот у меня остается здесь одна петля, я ее снимаю и делаю присоединение с боковой стороной. Вот таким образом. 2 вместе изнаночной петлей. Вот я сделала присоединение с двух сторон. Значит, мы продолжаем вязать петли на, именно на вот этой спице, 9 петель, и делаем присоединение с этой стороны поочередно и с этой стороны, пока на вот этих спицах, где у нас по 17 петель было, не останется по 9 петель. Так, еще раз делаю присоединение. Значит, первую петлю я снимаю, далее вяжу лицевыми, оставляю одну петлю недовязанной. Дальше снимаю эту петлю и провязываю ее вместе с первой петлей боковой спицы, лицевой петлей. Подтягиваю вязание, чтобы не было дырочки. Поворачиваю. И на изнаночной стороне, по изнаночной стороне вяжу вот тоже лицевыми петлями. Первую петлю я снимаю. Сейчас, минутку. Вот так. И вяжу лицевыми петлями. Оставляю лишь одну петлю на этой спице непровязанной. Таким вот эта петля. Ее я с изнаночной стороны буду вязать вместе с первой петлей боковой спицы. 2 вместе изнаночной петлей. Все. Значит, вяжем, пока не останется на вот этих спицах боковых по 9 петель. Итак, мы сформировали мысок, и сейчас мы будем вязать язычок. Язычок мы будем вязать на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Так, значит, таким образом мы подсоединяем опять белую нить и вот таким образом поднимаем по одной петле здесь и одну петлю вот здесь. Для того, чтобы у нас вязание не разваливалось. Да? Вот. Все. Подсоединяем с этой стороны, где у нас была основная нить. Подсоединяем белую нить. И начинаем вязать опять-таки платочной вязкой. Мы будем вязать 18 рядов.
поворотными рядами. Так, чтобы хорошо закрепить, я связала две вместе. Так, у меня следующий ряд. Так, первую петлю снимаем, вяжем опять-таки лицевыми петлями. Провяжем 18 рядов платочной вязкой самостоятельно. Итак, я провязала 18 рядов. И сейчас мне нужно будет сделать закругление вот такое вот у язычка. Значит, первую петлю я снимаю, затем две следующие петли я переворачиваю и вяжу 2 вместе лицевой с наклоном влево. Далее вяжу до 3 оставшихся петель, до 3 петель на левой спице. Вот они у меня 3 петли. 2 из них я вяжу 2 вместе лицевой с наклоном вправо и одну вяжу изнаночной, потому что это кромочная. Далее я вяжу следующий ряд лицевыми петлями. Кромочную, как обычно, снимаю первую. Вяжу лицевыми петлями. И в этом ряду я буду закрывать петли. Так. Любым удобным для вас способом. Я закрыла, ниточку я обрежу и сразу можно даже спрятать ниточки вот эту и вот эту вот внутри, которая у нас, чтобы они не мешались. Итак, язычок закончили, теперь мы приступаем к вязанию вот самих бортиков вот этих вот, да, ботиночка. Значит, как вы помните, мы начинали вязать здесь лицевыми петлями, дошли до мыска и вязали мысок. И вот здесь у нас, несмотря на то, что мы объединяем вот сзади, да, у нас здесь изнаночные петли, а здесь лицевые. Поэтому я, значит, вот здесь должна провязать лицевыми петлями, а затем вот отсюда начать вязать дальше бортик наш. Это самое, борта ботинка. Не борта, а вот эту вот всю высоту, голенище ботинка. Значит, для этого я должна здесь вот из внутренней ниточки, из внутренней части клубка я взяла ниточку, вот, и буду здесь вязать, вот провяжу лицевыми. Но сначала я возьму и подниму вот здесь вот. Так. Вот таким образом 2 петли мне надо поднять. Вот одна петля. Я ее провяжу вот так 2 вместе. И вот еще одна петля. Вот так вот. Так. Присоединяю нить. И вяжу, значит, одну я провяжу лицевой петлей. И одну петлю я провяжу вместе со следующей петлей, чтобы соединить вот эти вот петли. Значит, для чего я поднимаю петли? Чтобы у меня ботиночек имел каркас, да, чтобы он не разваливался вот так вот. Когда ребенок снимает ботинок, чтобы он вот так вот не разваливался. Значит, вот я провязала 2 петли. Так я их немножко подтяну. Так, остальные петли на этой спице, вот именно на этой, до вот пяточки я провяжу лицевыми просто. Так, все, я провязала лицевыми. Последнюю петлю тоже лицевую. Здесь будет соединение непосредственно, поэтому не надо здесь кромочную вязать.
Вот, а здесь мы будем по краям формировать двойную кромочную, здесь и здесь. Так, теперь что я делаю? Смотрите. Теперь я поворачиваю ботинок. Видите, вот основная нить, которую я вязала. Я, значит, с помощью нее, с помощью крючка, вернее, и с помощью этой нити я подниму вот две петли также с этой стороны ботинка. Так. Одна петля. Ее мы провяжем вместе вот так с предыдущей. И сейчас наберу вторую. Вторая петля. Так, все. Поворачиваю вязание и вяжу лицевыми петлями. Значит, первую кромочную я снимаю, а следующие две петли я провяжу вместе лицевой, чтобы соединить, да? И далее я вяжу лицевой, лицевыми петлями полностью вот до этого момента, вот до сюда, вот до этого бортика, вот. Хочу обратить ваше внимание, что я вот дошла до пяточки опять, да, и здесь, чтобы не возникала путаница, значит, я вяжу вот этой основной нитью, вот это я уже сейчас могу обрезать. То, что я надвязывала, я отрезала и убрала. И вяжу сейчас вот этой нитью. Смотрите, мне надо здесь плотно соединить. Кусочек нити я оставила, вдруг мне понадобится там вот как-то немножко закрепить это место, чтобы не было отверстия. Так, я вяжу. Так, внимание, до двух петель, вот, две петли. Значит, еще две я провязываю, дальше одну снимаю нить перед работой и одну изнаночную. Это я формирую двойную кромочную нитку. Язычок я туда внутрь вправила для того, чтобы он мне просто не мешал. Поворачиваю вязание. Первую петлю снимаю. Вторую петлю вяжу лицевой. И все петли я вяжу лицевой до двух петель в конце этого ряда. Вяжем плотно, для того, чтобы вязание не было рыхлым. Вместо соединения вот здесь, да, смотрите, видите, немножечко здесь расходится, поэтому нам надо здесь, конечно, плотно вязать, плотно соединять. И мы потом немножечко ниточку закрепим так, чтобы здесь не было отверстия. Так, вяжу. Так, эти петли мы с лицевой стороны мы вяжем, как обычно, да, лицевую и кромочную. Все, я довязала до конца ряда. А с изнаночной стороны мы вяжем как двойную кромочную, да, то есть мы одну снимаем петлю, следующую петлю снимаем тоже нить перед работой и опять вяжем лицевыми петлями. Значит, нам надо связать вот это голенище сапога. Ботинка высотой, смотрите, вот она, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Еще раз смотрите, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мы вяжем, значит, 20
рядов, 20 рядов. Вот. И затем мы с вами встречаемся. Не забываем, значит, здесь идет у нас двойная кромочная. Вот. Здесь, видите, у меня тоже было соединение. Я его просто аккуратненько вот сделала так, с иглой соединила, что здесь нет отверстия. Так, вяжем. Значит, мы провязали 1, 2, 4 ряда. Да? А нам надо провязать 20 рядов. Итак, я связала верх ботиночка. Здесь двойная кромочная с обеих сторон. Я не делала отверстия, потому что у меня шнурок достаточно узкий и скользкий. И он просто, вот смотрите, здесь кончики заострены. Он очень легко проникает просто вот так вот в вязаное полотно. Поэтому я не делала специальное отверстие. Связала я на нужную мне высоту. Это 10 вот таких вот рубчиков, да, это значит 19 у меня рядов. Сейчас я буду вязать 20 ряд. Смотрите, как я его буду вязать. Значит, я буду закрывать с помощью айкорда сам верх ботинка, для того, чтобы у меня был утолщенный край. И вот как я это делаю. Значит, 1, 2. Так, первую снимаю, вторую вяжу, третью, четвертую, две вместе лицевой. Все. Теперь еще одну петлю я беру. И, значит, вот у меня отдельная спица. Я перемещаю вязание на правый край. И вяжу айкорд. Опять 2 лицевых. И 2 вместе лицевой. Еще одну петлю сюда снимаю. Перевожу вязание на правый конец спицы. Опять вяжу 2 лицевые и 2 вместе лицевой. Продолжаю. Опять одну петлю беру. Перевожу вязание на правый конец спицы. Провязываю лицевую. Еще одну лицевую и 2 вместе лицевой. Беру еще одну петлю. Значит, чтобы у меня вот это вязание мое не соскользнуло, я могу перевести вот эти петли, которые я буду закрывать в последующем, я могу перевести на одну спицу. Вот. Теперь перевожу вязание на этот конец, на правый конец спицы. Опять вяжу лицевую, еще одну лицевую, 2 вместе лицевой. Опять беру одну петлю сюда. У меня 4 петли на правый конец спицы. Одна лицевая, вторая лицевая и 2 вместе лицевых. Значит, смотрите, как у меня красиво закрывается край ботиночка. Вяжем мы так, пока у нас все петли, вот до 2 последних петель. Давайте самостоятельно вяжем. Итак, у меня осталось 3 петли. Я их провяжу следующим образом. Одну петлю провязываю, 2 петли вместе. Вот. И следующие, так, наверное, все. Думаю, что все, да. Значит, ниточку я обрезаю. И с помощью крючка
закрываю 2 оставшиеся петли, все, подтягиваю. В принципе, мы связали с вами уже ботиночек еще один, да? Вот теперь я спрячу вдоль вот этого шнурочка вот так эту ниточку, вдоль вот этого, вот этой кромочки вот эту ниточку, и, значит, внутренние нитки, как у меня остались, вот здесь, значит, просто подцеплю вот так вот немножко, сближу края, чтобы у меня не было здесь отверстия. Итак, наши ботиночки связаны. Они получились просто замечательные, очень теплые. Значит, размер по подошве 10 сантиметров. Это на возраст 3-6 месяцев примерно. Но они очень хорошо тянутся, поэтому это может быть и больше. Значит, если вы хотите связать на размер меньше, вы можете брать за основу 8 петель, 16 петель, 8 и 16. То есть на 4 петли меньше по окружности, по, значит, вот здесь вот, да, по подошве. И здесь у вас в итоге тоже получается гораздо меньше. Вот. Можете брать меньше спицы, это тоже помогает, либо более тонкую пряжу. Но что я вам хочу сказать, ботинки получились отличные. Утолщенный край, двойная кромочная, отсутствие дырочек, оно совсем даже не мешает. Шнурочки, вот я купила готовые, мне это даже больше решение понравилось. Очень хороший кант, удобный очень мысочек вот здесь и цельная подошва. Бесшовные пинетки абсолютно, ботиночки. Вот. Если вам понравился данный мастер-класс, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик. И с вами была Ирина, и вы были на моем канале «Спицы, крючок и фантазии». Всего доброго, до новых встреч!